Количество жертв теракта в столице Великобритании увеличилось до 4 человек. Этой ночью в больнице умер 75-летний Лесли Родес, житель Лондона. Еще один раненый по-прежнему в критическом состоянии. Всего пострадали около 50 человек, 30 из них до сих пор в больницах. Тем временем появляются новые сведения о террористе. Детали узнаем у нашего британского корреспондента Оксаны Кундеренко. Отец троих детей, муж, учитель английского, коренной британец Халид Масуд по прозвищу «Вампир» был хорошо известен полиции из-за многочисленных правонарушений. В разное время его звали Халид Чудри, Адриан Рассел Аджара, Адриан Элмс. Вот его школьная фотография. Знакомые говорят, мужчина был очень религиозным, но при этом и наркотики употреблял, и дебоширил. Я хочу еще раз обратиться к общественности. Мы очень ждем любых сведений от тех, кто знал Халида Масуда, кто знал о его связях, о местах, где он бывал. Думаю, есть те, кто был обеспокоен его действиями, но по разным причинам не обращался в полицию. Сделайте это сейчас и ничего не бойтесь. За минувшие сутки спецслужбы произвели еще два важных ареста и проследили дорогу нападавшего. Он под собственным именем ночевал в городе Брайтон, вот в этом отеле, и даже рассказал сотрудникам о том, что едет в Лондон. Он был очень дружелюбным. Даже на ресепшене сказали, какой чудесный гость, и занесли в систему этот комментарий. Он поселился в комнате, переночевал и уехал. Очень быстро, без особого общения с нами. Мы не знали, что он намеревался сделать. Масуд отправился убивать. Это фото погибшего полицейского Кита Палмера за 45 минут до смерти. С офицером попросила сфотографироваться американская туристка. Семью стража порядка, который отдал жизнь ради безопасности сограждан, поддержит финансово. Онлайн-петиция его памяти собрала больше 500 000 фунтов стерлингов. Сейчас на месте его гибели все вернулось на свои места. Дороги открыли, ухода в парламент дежурят коллеги-полицейские, их вдвое больше обычного. А трагедии напоминают цветы, которые не безразличные, кладут просто на тротуар. Вчера вечером весь Лондон замер в минуте молчания. Тысячи людей вышли на церемонию памяти жертв теракта. На Трафальгарской площади, на Вестминстерском мосту зажгли свечи. Представители разных религий и национальностей собрались вместе, чтобы сказать террору: «Мы не боимся, нас не сломать». Оксана Кундеренко, Валентин Белич. Подробности, британское бюро телеканала «Интер».